День. Скажите, как вас зовут? Яна. А ваших прекрасных деток? Алиса. Лёва. И ещё маленький спит Остап. Остап. Мы знаем, что у вас случилась большая трагедия, да? Да. Что случилось? Супруг поехал в гости в Украину с детьми, и там умер от коронавируса. И мне пришлось тяжелыми путями вытаскивать детей, потому что пока я взяла разрешение, пока решала вопросы с работой, старшие дети попали в приют, а маленький был в больнице. И пока я не сделала новый украинский паспорт, власти Украины не хотели давать мне двух старших детей. То есть 3 ноября я только смогла приехать в Украину. Хотя муж умер 15 октября. Младшего сына мне дали 5 октября. А старших детей я смогла забрать только аж 23 декабря. То есть пришлось на Украине и в детских домах побывать, да? Они были вдвоем в детском доме. Да, ужасно, конечно, что случилась эта трагедия, и очень трудно вам пришлось. Притом вы живете здесь, тут еще и обстрелы, наверное, да, были, конечно, сильнейшие. Мы слышим, ну, нерегулярно, но в последнее время, да, мы слышали. И тяжелые. А начало войны здесь были, да, прилеты? Да, мы здесь были, слышали. И прилеты здесь и были? И прилеты здесь были в соседние дома, там, ну, соседние улицы, дома побитые, и вот за Ставком, и колония мужская тоже попадание было. Ну, вокруг летало везде. Друзья, огромное вам спасибо. Вот мы привезли 2 продуктовых набора. Там маленький ребенок спит, многодетная семья. Мама одна воспитывает, к сожалению, так случилась трагедия. Она стала воспитывать деток. Надеюсь, что все-таки мы в дальнейшем будем как-то помогать им. А тут детвора вам, как всегда, знаете, стенки обрисовывают. Ну, это мы будем ремонт делать весной уже. Ну, а что, на гипсокартоне уже можно рисовать, пока обоев нету. Уже мама разрешает, да? Друзья, спасибо вам еще раз за то, что помогаете людям и деткам, живущим на линии фронта. Благодаря вашей помощи они будут сыты, все будет хорошо. Мы тоже хотим сказать большое спасибо тем, кто помогает таким, как мы, тем, кто помогает нам, ну, за то, что есть мир не без добрых людей. И, ну, огромное спасибо всем, большого здоровья, самое главное, мира. И чтобы закончился этот сумасшедший дом с этим коронавирусом.